это Зев сделает? Ты, ну, вот ты бы делаешь, ты задолбал. Вот, а нет, я, вот честно. Можно мне хоть раз быть, пожалуйста, зараженным? Я, спасибо. Честное слово. Меня... Нахуя? Где? А, ты на кнопку нажал. Зачем? Да. Я никого не убили. Я за Борю голосую. Причины? Это у нас кто? Говорите. У меня трижды перед носом дверь закрылась. Да пошли вы нафиг, окей, кикай меня, я пойду кухову. Я задолбал. Я не решаю двери. Народ, вопрос на сыпку, у кого есть десит? Десит у всех говно. Есть, но он не скачен. Ну, не, я имею в виду помимо Зевса, Ермака, меня и Дарклорда. Он не скачан, еще раз тебе говорю. Качайте, там пятый человек будет тоже весело. Либо это Зевс, либо... Вы можете меня кикнуть, у меня есть чувство уже поле. Смотри, либо Зевс, либо, он еще, думаю, хочет сказать, что мы в два раза... Вот, он говорит, Зевс, что ты его поправляешь. Я сейчас был, короче, где кто был? Я был в Мидбэе. Мне дважды дверь закрыли перед носом. Сначала в Мидбэе, а потом в какую-то... Смотри, я скажу. Я меня там и близко не было перед Мидбэе. Я в Мидпункт, и прямо ты, как только ты туда зашел, дверь закрылась. Да. Вот этот момент я тоже вот заметил. Может, вообще ты? Я бы тебя убил. Ну, а может, ты знал, что я буду гнать на Борю и решил так сделать? Какой смысл? А какой нет, я бы тебя убил мне... А какой смысл мне, находясь в другом конце карты, потому что я был около щитов, голоса... Ой, закрывай дверь в Мидбэе, м? Ах, уроды вонючие. Кстати, я реально думал насчет Зевса. Ладно, мутимся.
Это тень! На последней секунде, когда я сделал проводку, нажала. Помолчи, это тень. Короче, смотрите. Я хотел про тебя сказать. Я сидел сейчас на камерах, в медбэй заходит Валя. Я вышел из камер, потом смотрю, оттуда выбежал Андрей. И я захожу, а там Валя лежит. Это Андрей. Скажу так, тень со мной чинила проводку возле экранов. Я на ЗСА что... думаю, опять же, потому что в электричестве... Ну я вам говорю, смотри. Я видел на камерах, Все, видел. Я понял, мы тебя услышали, смотри. Мы чинили, ну якобы, да, Зевс, ты, получается, чинил тоже в электричестве что-то. Может быть, Света же сам чинил. Нет, я пришел, ты уже починил, я развернулся, ушел. И как только пацаны. Ты ушел, передо мной закрылась дверь. Пацаны. Меня видели в электричестве только ты и второй, кто еще со мной был? С нами кто еще был? Блин, ты самый разговорчивый. Если б я был... Герман, дайте мне сказать. Я могу сказать вот это защиту Андрея, потому что, во-первых, мы в самом начале катки, мы вот это были в медпункте, сканились. И я 100% могу выручаться, что он не предатель. Я на камерах видел. И поем просто. Или, зашли двое... На камерах Боря, да, был? Да, я был на камерах. Ага. Подожди, на камерах, а труп где был? В медбэе. В медбэе. А туда... Ладно, это... я скипаю. Я тоже скипаю. Ребят, можно я кое-что скажу? Предатель, ты меня уже заебал убивать в мидбэе! А его там с детства убивал последний раз в мидбэе. Да, я просто как-то... Тихо. Я... Даже спокойно полежать не дают. Вот что вы за люди? Понимаю. Вы прикалываетесь, что ли? Мы вчетвером стоим возле кнопки и тут убивают. Возле кнопки нет Зевса, возле кнопки нет Бори, блять. Это два импостера. Ну, Боря в самом начале спалился. Чем? Я не полез, начнем с этого. Двери, блядь, что знать на Андрея? Я начал гнать, потому что я по камерам увидел. Блядь, если это не так, и вы просто, я не знаю, ну вы гений, нахуй. Без сарказма. Может быть, мне кто-нибудь скажет, за кого голосовать? Я, за либо Андрей. Зевс, либо Борю, либо Зевс, Андрей либо Андрей с нами был, Андрей с нами да, был. Я за Борю. Он никак не мог убить. Да. Я после этой катки выйду. Я не его долго. Взял. Я за Зевса голосую. Ладно, прости, Зевсарин. Я за тебя тоже. Ну ладно. Второй Боря, по идее. Но это не точно. Нет, убили одного, было. Убили одного, не забывайте. Двоих убили одного. Артур, или кто еще у них? Ирмак, убили одного, да? А то есть то, что Катю убили, ты не заметил, да? В смысле? Убили двоих Катю и меня шлепнули. А, вас обоих шлепнули? Да, меня погубила жадность, и я пошел набирать бензин, чтобы потом выполнить сразу два таска. Подожди, я так и не понял, кто был? Там двое.
Боря и Зевс. Зевс. Валя, Валя и Зевс? Боря. Боря. А, я Боря правильно сказал? Зевс. Боря и Зевс? Да. Да. Мы все вчетвером сидели в ванной комнате. Это дебилизм, что если видите Илья закрывает дверь, то сразу все думают на Борю. Но это дебилизм, потому что я за ПКП всегда мог. Ты не понял, нет, почерк есть. Понимаешь, смотри, смотри, я сейчас объясню. Это психологическое. У каждого есть какой-то свои какие-то, блядь, я не знаю, почерк, блядь, стиль. И, Боря, ты меня уже заебал в мидбэй убивать. Вторую катку подряд. Так, короче, мы в лаве. 10 секунд. Раз. О-о-о. Два. Три. Оу, щит. Четыре. Гарган фэт. Пять. Гарган фэт. Шесть. Семь. Фак, блядь. Фак, бой. Девять. Да, я могу саундпад взять и, короче, включить эту тему. Не надо. Да, она не такая громкая, я тебе отвечу. Блять, что это за дерьмо? Это... Чувствую, сейчас либо я, либо Олег умрет. Вот, отвечаю. Видимо, я. Ну да, кто бы сомневался, что это буду я, да. А хорошо, что я оттуда свалил. Угу. А у меня 4 задания здесь. Да, блин. Пилот-истребитель. Почему никого нету на Саймоне, блять? Здрасте. Ну что ж, походу мне пизда. Вы понимаете, у меня все за... Why are you running? Why are you running? Кислороде. Что за дерьмо? Пизда. При каких обстоятельствах я должен был выжить? Меня просто интересует. О, я мой друг. А я чё, единственный, кто умер, что ли? Чё нет, хотел. Да? Да капец, блин, звезды. Блин, ненавижу это задание. На нахуй. Не, ну 5 человек очень легко убивает спама, капец. Я посрал. Времени много, кстати. Я, блин, вижу, как Ермак такой подлетает. Уйо. Кстати, я тебя не убил. Ермак мимо меня 3 раза пробежал, на 4-й раз все же поймал. При каких обстоятельствах? Я иду убивать. Ермак, пошел нахуй. Пошли вы в жопу своим электричеством, я туда больше не пойду, нафиг вас. Он меня сразу убил. Ну потому что к нему побежал, конец, он меня убил. Так у меня там задание хотел выполнить, а он там бегает по кругу. Смотря, пошел нахрен. Боже, блин. Какой-то пастор бой. Что ж, нам пиздец. Слава, нет! Да что ты там забыл? Я тебя ждал. О, приветик. Что ж, нам пиздец. Тебе пиздец. Это программа «Сдохни или умри». Меня сейчас смех убил. Сначала «Жигуль», потом «БМВ» какой-то. «БМВ». Это прямо «Сдохни или умри». И после нескольких секунд крик души издается. Это программа «Сдохни или умри». Валя просто на тоненькой сейчас сходит. Подождите, что? А почему у меня тут вентилятор закрылся? Ой, вентилятор, почему у меня провода закрылись? Как они закрылись? Потому что... Я начинаю соединять провод, они закрываются, открываются и снова закрываются, и потом типа поражение.